Кто из вас Филиппа? Я тебя знаю. Пока нет. Меня зовут Майло Беррик. Я только что приехал из Майами. Ищу работу. А что ты умеешь, Майло, из Майами? Я водитель. Водила? А тачка где? Если я тут не нужен, могу пойти к твоему дяде Паулу. Ты что несешь? Ты кто такой, мать твою? Хороший водила знает, когда тронуться, а когда встать. Твоя? Да. Тачка у меня есть. Ключи. Медленно. Ну вот, трогаемся. Venga, venga! Вон из моей тачки! Обдерешь машину, Паула тебя обдерет! Водила. А это еще не все. Просто останови его! Не разбей мою тачку! Это будет просто. Черт! Твою мать, мать! А вот здесь мы остановимся. Нет! Ты псих! Por favor! Я сделаю все, что ты хочешь. Устрой мне встречу с дядей Паулу. Ладно. Ладно! Найти, что плюнуть, Америкос. Теперь не уйдешь. Мои Лантас, они не тупые, Чулос. Они первыми будут у Паула. Встречи не будет, а? Конец, Майло. Отправлю тебя назад в Майами в детском гробике. Right.
сукин ты сын! Нет! Нет паса? Чего? Бога ради! Мы закрыты. Я Майло. Пауло ждет меня. Ну что, теперь наметим схему выплат. Прости, Пауло. Я занят, разве не видишь? Это мило. А, водитель. Простите за беспорядок, он мне должен. Мы намечали схему выплат. Слышал про племянника.
Слухами земля полнится. Тем более, если угнать машину Филиппе. Мою машину! Мы можем наметить схему выплат. Эй! К нам тут такие кахонасы! Ты ведь долго жить не планировала. А надо? Ты везешь Филиппе до места. Он только посмотрит. Все пройдет гладко. Будет тебе работа. Это сделка. Нет, нет, я с ним справлюсь. Я сказал... Черт, забудь. Как ты тогда вылез? Паула сказал мне с тобой поладить. Долбись оно. Пошел, водила. Мы в это. Да ладно, Филиппе, будем друзьями. Слыхал, их у тебя немного. У меня куча друзей. Правда? Расскажи о них. Вента аль дьябло. Ничего я не скажу. Нет. Ты мне все расскажешь. Чем Паулу думает? Куда тебе меня возить? Я спрессу... Потерял, понял? Не делай так больше. Осторожно! Боишься, Эрес Лохо? Этот бред. Значит, ты знаешь про нас, про Лантос. Паулу, он у нас главный. Мы круче всех в городе. Если тебе что-то нужно, приходи к нам. У нас с законом проблем нет. Все схвачено. Контакты с мэрией есть. Не то, что Чулос Каналис. Приезжие мигранты, уличное быдло. Их собрали Става Дель Гада и его правая рука Четера Валь. У них ничего нет. Так, одна мелочь. Лезут везде, как мухи. А если тебе еще что-то понадобится, спрашивай «Эль Диабло Эн Инферно». Я пошел. Румыны появились в Барселоне год назад. Работают с оружием, крутыми тачками. Крадут на заказ. Вымогательство. И все такое. Сорин Теодор. Он с виду рулит у румын. Только на самом деле там рулит реальный босс. Зовут Раду. Вот. Это все. Совсем все. Ты это...
Расслабься, а! Черт! Что, матре? Ты видишь? Кто-то видел, что ты творишь? Ты нас в это втянул, ты и расхлёбывай. Куда тебя черти несут, Майло? Ты теряешь время! Центр, нас понял, ищем его. Наконец-то копы отстали. Из-за тебя копы эту тачку теперь знают. Здесь есть гараж Лантес. Покажу его тебе на карте. Мы возьмем другую тачку, которую полиция не знает. Тачка, не свети ее перед копами, ладно? Просто доставь нас на вокзал Каталуния, понял? Думаешь, ты меня раскусил? Ни черта ты не знаешь. Ты не знаешь, что у меня есть. Узнаешь. В городе кое-что изменится. Только не из-за тебя. Пауло мне только мешает. Он мне не нужен. Думаешь, я всегда слушаюсь Пауло? Гереступидо. Жди здесь. А как же следить? Следи отсюда. Я поищу место. За ними! Денга! Что, планы изменились? Давай, рули, рули! Сделать точный выстрел. Любуйся! Я тебе покажу, как это делается. Держи здесь. Я остальное сделаю. Один есть. Ха! Остались еще два. Ринга, давай. Я застал их врасплох.
стреляют. Повезло тебе с учителем. Да! Посмотрим, что там у последнего. Жми! Быстро гонят. Надо стрелять по шинам. Ага, попал. Еще раз, и он уже никуда не уедет. Это его притормозит. Не лезь, Филипп. Надо убрать стрелка. Как тебе это, Эль? Лавры. Пусть подваливают. Я их всех на тот свет отправлю. У них тачка тяжелая, ее не протаранишь. Мне надо шлепнуть водилу. Держи здесь. Я остальное сделаю. Да, да! Кто следующий? Филиппа Лиала не остановить. Что? Нет-нет, я всех сделал. Что? Как? Нет-нет, все под контролем. Где он? Я же сказал, я все учел. Один ушел, бастардо. Он в переулке позади Дел Лисео. Остался только один, надо им заняться. Давай, пора с этим кончать. Пешком мы не пойдем. Найди, на чем доехать. Пешком мы не пойдем. Найди, на чем доехать. Надо его упаковать, а то будет нам потом гранд проблема. Паоло тебе голову оторвет, если этот уйдет. Хоть Паула и сказал, то дерьмо забыть. Я не забуду. Зря. Тебе же хуже будет, Филипп. Спину береги. Берегу, берегу.